Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Волна арктического воздуха в тылу циклона быстро катится от полярного круга через всю Западную Сибирь на юг и к утру субботы достигнет предгорий Алтая. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 19 ноября без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха в темное время суток минус 13-15 градусов, в дневные часы ожидается 6-8 ниже 0. В последующие дни небольшой снег, слабая метель. 20 ноября температура ночью и днем будет одинаковой – 15-17 ниже нулевой отметки. 21 в ночные часы 15-17 мороза, дневная температура составит 8-10 ниже 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!